Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня, девочки, хочу поехать сейчас в Ленту, в магазин. Я в прошлый раз, когда там была, присмотрела посуду фарфоровую. Она из фарфора, очень она мне понравилась. Я хочу ее сделать как, ну вот, когда, то есть праздничную посуду, когда на праздник какой-то, да. Потому что у меня одинаковой посуды нет. У меня был один набор, он уже побился. В общем, частично побился, скажем так. И вот так вот, чтобы на большое количество людей накрыть стол, у меня одинаковых тарелок нет вообще никаких. Вот, я давно вынашивала эту мысль, давно много где смотрела, в разных магазинах, но либо меня не устраивала цена, что чаще всего, потому что, знаете, как-то очень, ну, скажем так, жалко посуду, когда ты отдаешь за нее там больше 10 тысяч, и когда разобьют одну тарелку, ну, как бы, да. В общем, я в таких случаях готова убить всех. Вот, поэтому я хотела что-то недорогое, но при этом очень-очень симпатичное. Увидела в Ленте, сразу, когда мы там были с мужем, я не взяла эту посуду, не знаю почему, на самом деле, как-то вот я решила подумать, а сейчас поняла, котеечка моя там, котея моя бедная, вот, а сейчас поняла, что все-таки я хочу ее приобрести, и я буду очень сильно жалеть, если я не приобрету, так что я сегодня поеду сейчас, но не знаю, получится у меня поснимать или нет, потому что у нас очень пасмурно на улице, у нас тут все заволокло тучами, дождь идет. Наверное, поснимать мне не удастся, но покажу вам то, что купила, и надеюсь, что все это будет в наличии. Я хочу взять все на 12 персон. Почему? Потому что, ну, обычно примерно столько людей у меня собирается, там 10-11 человек. Вот, ну, в общем, посмотрим, что там будет в наличии, и покажу вам, если что-то куплю. Ну что, девочки, приехала я домой. Ура, 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 мои тарелочки были в наличии. Не все, конечно, было в наличии то, что я хотела. Вот, давайте с тарелок начнем. Купила, значит, вот такие десертные тарелки. Это тарелки... Так, сейчас скажу. Это тарелка десертная. Видите, здесь написано... Диаметр 19, материал фарфора, изготовитель польские заводы фарфора, что-то там. Вот. Вот такая вот у меня замечательнейшая тарелочка десертная. И я взяла 12 штук. Мне там любезно дали вот такую коробочку. Здесь, правда, сюда не поместились только вот эти десертные тарелочки. 12 штук у меня теперь. Так, и вот эти вот обеденные тарелки. Девочки, как они мне нравятся. Боже мой. Так, диаметр 25, материал тоже фарфор. Их взяла 12 штук. Мне очень понравилось. Понравилась вот эта вот, как это, окантовка, да, вот здесь. Вот видите, она такая еле-еле заметная и практически без выпуклости. То есть она такая, ну, немножко выпуклости есть, но в общем и целом она... гладкая и вот с такой золотой окантовочкой. Ну, классные тарелки, скажите, вообще, я обалдею. Это вот прямо то, что мне нужно. Они белые, но не кипельно-белые, знаете, такие немножко... Ну, вы поняли, да? Не кипельно-белые, в общем. И я еще хотела взять вот такие вот. Это у нас получается что? Это у нас тарелка тоже диаметр 17. Вот она была одна. Вот, а я хотела таких, ну, штучки 4, может быть, 5 взять, как раз для сервировки стола, какую-то закусочку сюда класть и так далее. Но она была одна, поэтому я взяла дополнительно еще 3 вот такие маленькие, но они совсем маленькие, видите, диаметр 14. Поэтому я подумала, что больше 3 мне уж точно не нужно будет. То есть одна чуть-чуть побольше и 3 вот такие вот поменьше. Вот. Это вот они просто... грязные вот здесь вот, в общем, сейчас все перемою и уберу. Вот так, и у меня получилось вот это все, то есть 12 вот таких тарелок, 12 таких, одна такая и 3 вот таких у меня получилось на 4549. Вот цены на тарелочки, девочки. Вот. Вот такие вот у меня получаются тарелки.
круто, мне очень нравится. 199 рублей, это, я так понимаю, вот это вот, 199 рублей. Ну, симпатично, мне безумно нравится вообще, я просто в восторге от этих тарелок. Ну и, конечно же, я бы еще хотела бы большие салатники, то есть полностью вот такой сформировать, скажем так, такой стол. Но получается, что больших салатников не было, вот можно сказать, все, что есть, взяла. Но, знаете, вот таким тарелкам я очень часто видела схожие салатники разные везде. И в магазине «Фамилия» тоже были, можно даже без вот этой золотой окантовочки, тоже будет отлично. И теперь мне нужно купить ножи, вилки, потому что у меня все тоже такое, ну, нет набора, в общем, одним словом, да. И бокалы. У меня есть бокалы, но они уже тоже частично побиты, вот, поэтому... Надо бокалы и какие-нибудь красивые салатники еще купить. Но мне кажется, за 189 рублей, да, вот этими чаще всего пользоваться тарелками, я так думаю, мы будем. Вот, но такие тоже взяла. Еще были суповые. Суповые стоили 150 рублей. Вот видите, маленький стоит 139, вот это вот, а это 189. Из фарфора Польша, мне кажется, вообще отличный вариант. Но суповые я не стала брать, так как это у меня на праздничный стол, как я уже сказала. И еще там были тарелки, тоже фарфор, но китайский фарфор, то есть производитель Китай. И у них вот здесь вот такая голубая окантовка такая. Тоже мне понравились, но вот эти больше мне подходят. И мне кажется, к этим тарелкам легче подобрать, ну, любую другую посуду. Вот, я так что я просто, девочки, счастлива, меня можно поздравить. Я просто без ума. Сейчас буду отлеплять все вот эти наклеечки, помою и уберу. Вот. Кстати, не знаю, какой фарфор хороший вообще считается. Не знаю, китайские вроде бы тоже говорят хороший фарфор. Я не знаю, честно сказать. Вот, это Польша, но не знаю. Я не знаю, какой фарфор хороший. Если кто знает, напишите. Но мне кажется, за такую стоимость, да, даже если у меня разобьют, мне не так будет обидно, нежели если бы я купила там за, не знаю, сколько денег, за много денег, если бы купила какие-то тарелки. Вот так они мне очень нравятся. Мне кажется, очень симпатично смотрится. Беленькая посуда, она всегда симпатичненько. Просто здесь такая окантовочка. И еще хотела вот у вас спросить, я там спрашивала у продавца, девочки, она не знает. Вот это вот значок, видите, такой, это значит... Ой, сейчас сама все разобью. Вот этот значок, это значит, что можно мыть в посудомойке или нет? Потому что здесь ничего не указано. Коробок у них тоже нет, естественно. Вот, ну, я имею в виду от этой посуды, да. И, соответственно, вот очень хотелось бы знать, вот это вот, что означает. Или то, что это для пищевых продуктов. Вот. Я думаю, что если... Единственное, что... Почему я думаю, что нельзя в посудомойке? Потому что посудомойка, она же, ну, такая достаточно агрессивная. И вот эту вот золотую каемочку она может стереть. Вот. Ну, не знаю. Вот. Ну, так как это у меня такая праздничная посуда, то я думаю, что ничего страшного не будет. Ну, боже, девочки, как я довольна. Я вообще, вот вы себе просто не представляете. Это просто нечто вообще. На ужин я сегодня решила приготовить блинчики с мясом. Вот такие накрутила. Ну, у меня не всегда получаются они ровные. Я не знаю. Я обжариваю блинчики с одной стороны, потом закручиваю. Вот. И вот тут у меня, кстати, еще остались блины. Но их с двух сторон уже обжарила. Но их тоже у меня с удовольствием поедят все мои домашние. Вот, так что вот такой вот у меня получается и ужин, и завтрак одновременно, потому что блинчики обязательно останутся еще на завтрак, поедят мои мальчишки. Да, вот как-то у меня получается так, либо как-то я их заворачиваю не так, они у меня бывает раскручиваются или рвутся, не знаю, бывает и нет, бывает хорошенькие все получаются, как-то, видимо, по настроению. Вот, фарш у меня внутри домашний, крутила я его сама из свинины, говядины, обжарила с лучком и просто завернула блинчик. И получается такое вкусное-вкусное блюдо. Так что сегодня будем вечером на ужин пить чай. Ну и завтра на завтрак. Плюс муж, может, у меня с собой еще на работу возьмет. Еще, девочки, хочу вам показать
вместе с моей котечкой. Ну, конечно же, куда же без нее? Скажи, я главная покупка, да? Хочу вам показать покупки с Алиэкспресс. Вот муж у меня заказал вот такие гирлянды. Я потом вам, когда включу, вставлю, покажу, как они светятся. Он у меня берет эти гирлянды для улицы. Но их можно и не для улицы, для дома использовать. Очень классные. Вот он не первый раз заказывает. Вот такие вот докупил в этом году. То есть мы уже, как вы поняли, потихонечку готовимся к Новому году. Пришла посылка за 3 недели, то есть еще можно успеть заказать. Они классные, они, видите, друг в дружку вставляются. То есть здесь вот с одной стороны вилочка вот такая, а с другой стороны вот такая вот, ну, обратная вилочка, да? Вот. И котеечка моя. Ну, ты мой сладкий. Сладкий мой мужчина, да? Любовь моя. Вот, и еще я заказала на пробу вот такую вот милую игрушечку. Девочки, я так жалею, что заказала одну штучку. Вот просто безумно жалею, несмотря на то, что здесь есть следы клея. Вот видите, вот здесь вот на личике, вот здесь вот, ну, шапочка приклеена, да. И вот здесь вот на ножках клей. Сейчас я вам как показать так. Каспер, ну иди, не заслоняй свет. Каспер, не будь вреден. Не, ну вы смотрите, вредина какая. Вот видите, вот здесь вот, где к ботиночкам крепятся вот эти вот лыжи. Думаю, хороший Касперюша. Ласкается тут ко мне. Вот, там виден клей. Все, во всем остальном. Посмотрите, какая классная фигурка, девочки. Вы посмотрите, мне так нравится. Я сейчас закажу себе еще. Реально. Кот. Кот, кот, я люблю тебя. Очень тебя люблю. Ну, Каспер, я не могу с тобой. Смотрите, какая классная. Можно же не только на елочку, да, повесить. Можно и куда-нибудь, не знаю, ну, очень симпатично. Вот это прям шапочка такая настоящая, вязаная, шарфик. Одна косичка назад, вот так вот. Слушайте, ну, очень симпатично. Здесь как такой снежок, он даже штанишки есть. Слушайте, я сейчас возьму себе еще, девочки. Реально возьму еще, несмотря на то, что клей, да, вот я вам показала на ножках, и вот здесь вот, где личико. Но я реально возьму еще. Очень мило, мне так нравится, просто безумно. Хватит драть, хватит драть. Ну что ты такой вредный, Пасерошечка? Ну я люблю тебя так сильно, очень сильно тебя люблю. Ну, ты же хороший у меня такой. Ну, куда я без тебя? Соскучилась. Скажи, мать шлялась целый день непонятно где. То готовит, то еще что-то. Ни разу не полежит со мной, не полоскает меня, да? Вот какая вредная, да? Вредная какая. Вот такой у меня сладкий. Вот он мой сладкий такой мальчик у меня. Вот такой мальчик. Ну, помурчи чуть-чуть. Вот такой вот он у меня. Так что, девочки, кому интересно, ссылочки оставлю. И вот на это тоже. Вот. Но игрушечка супер. Да, Касперюша? Касперюша нюхает. Не надо есть. Не надо. Это не тебе. Вот. Так что, девочки, ссылочки в инфобоксе будут. Я сейчас села, девочки, переделывать свой маникюр, и меня просили показать лампу, которой я пользуюсь. Я заказывала с Алиэкспресс. Ссылка вот там у того продавца, у которого я заказывала, она, к сожалению, уже сгорела, так что оставить вам ее не могу, но я думаю, что у других продавцов тоже есть такие лампы, потому что, ну, вот я сейчас посмотрела на Алиэкспресс, ну, есть такие лампы еще, да? Вот такая вот у меня лампа, я не знаю, вот так вот, наверное, она называется, она у меня уже такая... как сказать, покоцанная вся, вот, и она классная, то есть несколько у нее, видите, режимов есть, 5 секунд, 30, 60 секунд, в общем, классно, мне нравится. Я всегда базу и топ сушу 60 секунд, а цветные лаки 30 секунд.
Вот. Мне она нравится, хорошо сушит. Слушайте, ей уже, наверное, я не знаю, года 3, может быть, 4, даже так. То есть я ее очень давно покупала. И также я, правда, писала уже в комментариях, какой марки у меня база и топ. Вот я очень люблю марку Ingarden, она мне очень нравится. У меня уже, правда, заканчивается вот такая каучуковая база. Она дает такой плотный слой. Достаточно такая плотненькая, мне очень нравится. Перед этой базой я, естественно, обезжириваю ногтевую пластину и наношу вот такой бондер. Я не знаю, честно, лучше с ним держится или нет, не знаю. Вот, потому что у меня тоже бывают отслойки, но я обратила внимание, что отслойки у меня чаще всего случаются из-за того, что просто плохо обработан ноготь, то есть плохо обезжирила там, знаете, когда делаю вот так вот быстро тяп-ляп, скажем так, вот, но это лично я, да, тогда у меня образуются отслойки, или когда заезжаю на кутикулу лаком, и все такое, да, поэтому случаются отслойки у меня, вот, но бывает такое. И это у меня топ, но мне не понравился этот топ, честно признаюсь, вот как-то база от Коди мне понравилась больше, вот, хотя из всех баз, которые я пробовала, не так много пробовала, больше нравится от Ingarden. Почему мне не нравится вот этот топ? Потому что он пузырится, то есть в нем почему-то образуются пузырики иногда, и нужно повозиться, чтобы их убрать, чтобы потом не было таких сильных неровностей на ногтей, поэтому я повторять не буду, я, наверное, повторю вот эту Ingarden. Но мне очень нравятся и лаки от марки Ingarden, и база в том числе. То есть с ней бывают отслойки только тогда, когда я сама, грубо говоря, накосячила, да, когда там плохо ногти обработала, плохо обезжирила, там, не знаю, что-то в этом духе. Покупаю я все это в торговом центре, в маленьком таком магазинчике, там все для маникюра, гель-лаки и так далее, в общем, ну, мне там удобно. Я пришла, как бы по палитре выбрала, не надо нигде через интернет ничего заказывать, купила то, что нужно, и ушла. И вот такая вот лампа называется, наверное, она вот так вот. Вот, но мне очень нравится, классно, работает до сих пор. У нее тут, видите, вот, правда, она у меня уже такая вся заляпанная, вот, но как есть, показываю. Так что буду, девочки, сегодня переделать маникюр, у нас мега пасмурно на улице, еще ветер сейчас поднялся, вот, ну, тепло, пока 9 градусов, хотя тут опускалось и до нуля, и снежок немножко выпадал с дождем. Ну, в общем и целом, в принципе, пока что тепло. Вот, так что буду делать маникюр. Ссылку на лампу я оставлять не буду. Кому интересно название, я показала ее, да, потому что у того продавца, у которого покупала я, у него уже нет этих ламп. Вообще, мне кажется, там написано просто ссылка недействительна, но мне очень нравится. Так что на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч!